Открывшая свои двери в далеком 1951 году, шестая библиотека долгое время была единственной во всем железнодорожном районе города. Сегодня ее книжный фонд — 25 тысяч изданий, а ее ежегодными посетителями числится 35 тысяч человек. Предложение ульяновцев присвоить шестой библиотеке имя Гранина одобрил сам Даниил Александрович. Вдвойне приятно, что наш лидер Сергей Иванович Морозов зародил такую традицию, чтобы вот именно такие маленькие, небольшие квартальные, районные библиотеки назывались именами наших творческих, общественных деятелей нашей Родины. Знаменитые книги Даниила Гранина стали символами времени, не только отражая его, но и опережая. Его перу принадлежат известные по всей России и далеко за ее пределами «Иду на грозу», «Зубр», «Мой лейтенант», «Встреча с Петром Великим» и многие другие. Ну, куда ни кинь, он такой всесторонний. «Мисс вверх ногами», там это об Австралии, о путешествии. Ну, сами знаете, о Рисовском или о нашем Любящеве. Удивительный человек, удивительный писатель. Иной раз открываешь, уже читал когда-то, по новой пошло. Сегодня уже 8 библиотек города носят имена наших знаменитых земляков и других выдающихся деятелей русской культуры.